Тримайся. Сюда! Важко дихає, обстеж його. Так, є. Да, бронік. Проникаючи. Пневмоторикс. Квартет, для 0.30, подходим к точке. Ну, все дуже зараз буду лише. Зараз. Первый, как слышишь меня, прием. Дыха. На гости валом. У меня все тихо пока, тихо. Я не сможу. Идите. Идите, мы знаем. Усі. Ні, друже, без тебе не підемо. Потримай хвилинку і за нами. Квадрат 42. Твою мать. Ну чё тут? Да вроде пульса нет. Ну так бери и тащи его ко всем остальным. Слышишь, Пашка, может, давай обратно, пока не поздно. Это ж свои пристрелят. Я еще домой вернуться хочу. Если мы назад побежим, ты домой вернешься 200-м или 300-м. Вчера Серегу и Петруху снайпер завалил.
Ваня вообще в танке разорвало. Где чьи остатки? Непонятно. Насрать не хотел на эту спирацию. Я его в гробу видел. У меня сейчас только глаза открылись на все происходящее. Ну да. Глаза открываются тогда, когда есть угроза их закрыть навсегда. Да погнали! Чего? Стой, подожди, подожди! Там наши вчера растяжки ставили. Давай проверь, проверь держаться, давай. Подожди! Че ты? Че, блин? Балбес, что ли? Нас по номеру могут вычислить! Погнали! Запомню, нет здесь никаких гражданских. Есть только нацисты и бандеровцы. Они жалости не заслуживают. Так они же у себя дома были. И оружия у них не было никакого. Так а ты откуда знаешь? Может, у них в подвале гранатомет? А тушенка у хохлов вкусная. Иди нахер отсюда, тушенки мои захотела. Прикинь, я в этой хате бок-бок нашел. Нехило они тут по селам живут. Ну ничего, теперь и у меня будет. Ты че его под бронь засунул? Ну да, вместо пластины. А чего мы через лес пошли? Могли бы нормально по дороге. Не заблудимся? Ага. Бросят они нас тут одних. Без жратвы. Будем это, грызть кору берез. Как зайцы. Русские на войне своих не бросают. Чтобы я такого больше не слышал. Я тут все карты изучил уже. Мы там сократим минут на 40. Ну, как раз на ужин успеем. За мной идем. Ну, че сидим, погнали. Пускайте сниз. Мне отлить надо, я догоню вас. Херня тут у вас! Товарищ лейтенант, тут растяжки! Твою ж мать, это же наши, скорее всего! Так откуда они тут взялись? Я забыл про них! Держись, я иду, я сейчас! Стоять! Назад! Сейчас. Я сказал назад! Так кто остальных звать? Кого звать? Кого звать? Ты хочешь, чтобы тут везлот на воздух взлетел? Уходим отсюда. Как уходим? Давай уходим, я сказал. Шевели булками, блядь, дерьмо, ты собачья, быстрее. Слышишь ты, если бы там кто-то узнает, я тебе сам кончу. Ты... Понял? Тихо!
машине! Товарищ полковник, тут у нас такое дело. Не тупи, пошли. Живее! Живее! Быстро грузим и в лес. Дорогу знаете. Опа! А ну стоять, бойцы! Вперед! Товарищ полковник, об этом точно никто не узнает. Но нам бы хотя бы тело его забрать. Из вашей роты 27 человек осталось. 200-х по-тихому ночью вывозим. Знаешь почему? Чтобы не было паники. Мне тут еще дезертиров не хватает. Если в штабе узнают, сколько у нас тут 200-х, погоны всех полетят. Мои в первую очередь. Я сообщу, что он пропал без вести. Пропал! А если он пропал без вести? Значит, потерь нет? Я Змей, на підльоті. Зустрічайте. 30 секунд.